Здравствуйте, меня зовут Юрий Железняков, и в этом видео мы протестируем одну из самых удачных хлебопечек в России. Я ей пользуюсь уже почти 10 лет. Мы приготовим белый хлеб, ржаной, пельмени, пиццу, кулич, то есть проверим все самые важные режимы. Ну а в тестах мне помогут маленькие поварята. Начинаем! Сейчас мы приготовим ржаной хлеб. 2,5 ложки дрожжей. Дим, засыпай. Ложу. Дим, запускай программу «Ржаной хлеб», кнопка «Меню», «Старт». Чаще всего в хлебопечке готовят обычный белый хлеб. Ну и мы приготовим. Настя, засыпай дрожжи. Приготовим самое любимое детское блюдо – пиццу. Так, Дима, начинай. Засыпай дрожжи. Хотите? Конечно, да. Хочу. Тогда давайте готовить пельмени. Поехали. Значит, Настен, засыпай муку прям так. Только старайся вот так потрясти. Друзья, теперь мы приготовим хлеб с использованием диспенсера. Кулич. Начинаем. Друзья, если вы только выбираете себе хлебопечку, дам несколько рекомендаций по выбору. Уже более 12 лет я тестирую модели разных производителей, и что хотелось бы отметить. При выборе хлебопечки обращайте внимание на ведерко. Желательно, чтобы оно было литое с толстыми стенками. Такая конструкция обеспечивает равномерный подвод тепла к хлебу. В результате у вас получается хрустящая толстая корочка и воздушный равномерный мякиш. Кроме этого, у ведерка должно быть хорошее покрытие. Вот, к примеру, в моей модели, в моей хлебопечке, которой уже больше 10 лет, покрытие до сих пор как новое, без царапин. Все подвижные элементы желательно, чтобы были металлические. Это позволит сделать хлебопечку надежнее, прослужит она дольше. Если вы хотите меньше времени тратить на готовку, смотрите модели с диспенсерами. Тогда в приготовлении хлеба вам не нужно будет участвовать. К примеру, те хлебопечки, в которых диспенсера нет, требуют загрузки ингредиентов при звуковом сигнале. Здесь хлебопечка делает это за вас.
Бывает один диспенсер, бывает несколько, в зависимости от модели. Желательно, чтобы в хлебопечке не было смотровых окон и любых отверстий сверху, потому что через них уходит тепло, и, как правило, в таких моделях макушка хлеба сильнее просаживается, она не получается такой зажаристой и однородной. Ну и смотрите на управление, чтобы оно было максимально простым. Программы, которые были бы вынесены на переднюю панель, простые кнопки управления, облегчат вам пользование печкой. Удачного выбора! Друзья, вы увидели, что хлебопечка готовит различные виды хлеба, теста, легко справляется с любыми рецептами –